Всем привет! Когда едешь на день рождения, всегда возникает вопрос, что подарить. И знаете, сейчас, вот буквально сейчас, я выезжаю на день рождения к своему товарищу. И перед тем, как поехать, естественно, я ломал голову, что же ему подарить. И знаете, на глаза мне попался вот этот мем. И я подумал, блин, прикольно, а главное, креативно. И порывшись в гараже, я нашел лопату. Сначала я хотел сделать лопату. Ну, типа, ебать-копать. Знаете, на черенке выстрогать пеструна, так скажем, и подарить лопату. Но потом подумал, блин, лопата это очень большой предмет, да и как-то вообще. В общем, она была не в самом лучшем состоянии, и дарить такое как-то немножко стрёмно. Я взял и отпилил черенок от этой лопаты. И что же я из этого сделал? Смотрим. Та-дам! Нунчаки, друзья, да. Нунчаки, мой товарищ занимается восточными единоборствами. Но в чем же прикол, в чем креативность, спросите вы? Действительно, в чем креативность? А в том, что этими нунчаками можно тоже кого-нибудь колотить. Но основная фишка этого подарка в шуточности. А именно... Та-дам! Вот такие вот нунчаки. Мягко говоря, не совсем цензурные. Но в целом концепцию я выдержал. Этими нунчаками можно не только ебать, но и колотить. Такой вот креативный подарочек. Такой нюанс, друзья. Еще я его пока не вручал. Когда вручу, расскажу вам позже. Такие подарки нужно делать, знаете, людям, которые понимают юмор. Иначе, если подарить такой подарок человеку без юмора, то вот этот самый предмет может оказаться, как говорится, по прямому назначению. Поэтому, друзья, после вручения я допишу это видео и расскажу вам реакцию человека, получившего вот такой подарок. Ну что же, до встречи! Ну вот, друзья, уже глубокая ночь, и я вернулся с дня рождения. Но что вам могу сказать? Подарок, по-моему, подарок человеку понравился. Итак, делаем вывод. Если ваш друг человек с чувством юмора, и, возможно, повторяю, возможно, он занимается восточными единоборствами, то такой вариант подарка, который предложил я, а именно подарок в стиле ебать-колотить, работает. Всем рекомендую. Ну что же, будем прощаться. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока!